Наталью Фатееву, которая в последнее время может передвигаться только при помощи костылей, как может поддерживает Барри Альбасов. Музыкальный продюсер оплачивает врачей легендарной актрисы. Не секрет, что у Натальи Фатеевой довольно неоднозначное отношение с детьми. С сыном Владимиром Басовым и дочерью Натальей Егоровой. А настоящих друзей у нее очень мало, потому что, по словам актрисы, она всю жизнь работала, и времени на тесное общение у нее не было. Поэтому, по большому счету, она рассчитывает только на себя и помощь добрых людей. Передвигаясь при помощи костылей, легендарная актриса все равно не теряет присутствия духа. Об этом стало известно папарацци, которые на днях приметили улыбающуюся 82-летнюю артистку, шедшую в компании спутницы. При этом Наталья была одета весьма современно, в синие джинсы, куртку и шарфик. Однако недавно стало известно, что старается поддерживать Фатееву музыкальный продюсер Бали Альбасов. Как утверждает EG.ru, бессменный начальник группы «Нана» оплачивает визиты некогда прекрасной дивы кино к врачу и при необходимости предоставляет свой автомобиль и водителя. Напомним, несколько лет назад Наталья Фатеева подскользнулась, упала и получила травму тазобедренного сустава. Врачи обычно не советуют пожилым людям делать операцию из-за артроза, но актриса твердо решила, ходить с палочкой она не будет. В итоге за все эти месяцы Фатеева перенесла несколько операций и пыталась сделать первые шаги. В муниципальной больнице, поставив протез, занесли инфекцию, пришлось его убирать и ставить временный. Инфекция уничтожила часть кости. Поэтому повреждение ткани выпилили и, взяв кость в другом месте, имплантировали на место поврежденной, рассказывала в интервью Наталья. Последнюю операцию делали в частной клинике, поставили постоянный протез, передвигаться знаменитой актрисе помогают костыли и ходунки. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.